Со всех концов города поступают сообщения о человеке-пауке, который свесился с вертолета и выделывает смехотворные фокусы. Я понятия не имею, что происходит, но мне нужны фото. Ты у нас просто ас паучьих снимков, так что за дело! Кто-то явно вырядился под меня ради шоу. Ну что ж, стоит выжать из этого все возможное. По крайней мере, получу чек в обмен на чьи-то глупые трюки. Вот и он. О, да он на меня и не похож вовсе. Я бы в жизни ничего такого не сделал. Вот и он. О, да он на меня и не похож вовсе. Thank you.
Вот и он. О, да он на меня и не похож вовсе. Вот и он. О, да он на меня и не похож вовсе. Я бы в жизни ничего такого не сделал. Окей, а это было впечатляюще для парня без суперспособностей. О нет, он же упадет! Я что-то не очень люблю тех, кто мне подражает. Еще раз поймаю тебя, буквально я имею в виду, за чем-нибудь подобным, и прозвучат грязные злобные слова от меня в твой адрес. Ясно?
Вот бы сделать этот снимок. Паук спасает паука. Эдди, тебе и в подметки не годится, Пит.